О социальной ипотеке учитель русского языка и литературы Видновской школы номер 11 Зульфия Сагиндикова узнала несколько лет назад. После неудачной попытки в прошлом году решила принять участие еще раз. В прошлом году я тоже поучаствовала, но у меня не получилось. В этом году у меня получилось. Я уже поработала над своими ошибками, а мне нужно было поучаствовать в педагогическом конкурсе, что я сделала. Сделала себе высшую категорию квалификационную. Ну, все получилось. Сейчас Зульфия арендует жилье в деревне Сапроново. После подтверждения льготы сразу же стала рассматривать подходящие варианты. Свой выбор педагог остановила на однокомнатной квартире в доме рядом со школой. Во-первых, она очень красивая, уютная. Она небольшая, но она светлая. Плюс там дизайнерский ремонт. Поэтому вот прям я зашла и поняла, что это действительно мое. Я хочу эту квартиру. Несмотря на все преимущества новой жилплощади, Зульфия Сагиндикова все же планирует внести небольшие изменения в интерьер. Я с детства мечтала, чтобы у меня был свой кабинет, и там была небольшая, но очень хорошая библиотека. Претендовать на жилье по такой схеме может педагог со стажем работы не меньше 5 лет, из которых первые 3 года прошли на территории Подмосковья. По условиям программы покупку квартиры оплачивает областной бюджет, а владелец – только проценты по кредиту. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.